Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Алла Пугачева рассказала, как однажды неадекватный поклонник угрожал ей холодным оружием. Мужчина хотел заставить ее встретиться с ним один на один. Как и у любой звезды мирового масштаба, у российской певицы, режиссера и киноактрисы Аллы Пугачевой полно ненормальных фанатов. Однажды на нее охотился серийный маньяк. Тогда Алла Борисовна была замужем за Александром Стефановичем, который и пересказал страшную историю из уст бывшей супруги. Он сел в поезд в Харьков, убил проводниц и двух женщин и трупы выбросил в окно, поведал Стефанович в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. По его словам, маньяк в своем блокноте записал имя Алла. То есть она была у него на примете. И когда встреча не состоялась, он выместил злобу на других своих жертвах. В 1981 году преступника расстреляли, пишет Вокруг ТВ. В шоу Максима Галкина «Музыкалити» Алла Пугачева рассказала, как однажды лицом к лицу столкнулась с безумцем. Фанат подошел с букетом, а вместо него сунул Примадонне нож и приказал встретиться с ним наедине. Тогда она согласилась, но, естественно, никуда не пошла. «Подошел ко мне один, как бы с цветами. А на самом деле, показывает нож и говорит, жду тебя там-то и там-то», рассказала Пугачева. Вот так мы с ней и познакомились. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!